Не первый, я думаю, и не последний, пока есть диктатор Узбекистан, который людей, и журналистов, и правозащитников, и мусульман, которые за свою веру, он убивает и сажает людей, и вырывает ногти в ходе следственных действий. Фактически Каримов довел страну до отчаяния. Народ, я думаю, Подержи, это твое, а ты это спасибо. Ну, сюда зайди, чай, думаю.